вышел из аэропорта, я тут сразу видите. Лифт, такси, Uber. Это Иркутск, ребята. Да. Это нормально. Так должно быть. Вот кто бы мог подумать еще 2 дня назад, что я, вот архитектор из Москвы, Рома, будем так прогуливаться по улицам Улан-Удэ. Где это Улан-Удэ вообще находится? Не, я-то знаю, где Улан-Удэ находится. Здесь неподалеку стоит зарядная станция, которую я в прошлом году, кстати, поставил. По-моему, она до сих пор здесь одна. Это кстати, был... надо посмотреть это... по карте. Это просто был как закладной. Так, а вот это, собственная очередь. На границе с Монголией. И выходит она очень далеко. Не, вот оно там дальше. Так, давай-ка я сейчас могу. Ну что, привет, Монголия. Приключения начинаются.